Сейчас возьму. Ставим. Раз, два. Все. Готово. Раз. И наша постройка уже на 99% готова. Раз, два. Три, четыре. И можем еще сделать вот так. Все, наша беговая дорожка готова. Да, это беговая дорожка. Смотрите, вот так. Раз, раз, раз. И побежали, побежали. Бегаем на беговой дорожке. Ладно, переходим к следующей постройке. Это у нас будет очень интересная постройка. И для нее нам понадобится стойка для доспех, ну, для брони. Конечно же, обычные доски, любые доски, какие вам нужны. Какого цвета у вас стол, такие доски. Досок стол сделан. И голова дракона. Да, думаю, для этой приставки можно пожертвовать голову дракона. Убить одного дракона. Да. И любую кнопку. Какой у вас джойстик нравится больше? Я возьму бирюзовый. Ну или же голубой. Вроде как бирюзовый. Так, ладно, берем, поднимаемся, ставим стол. Стол. И раз, два. Я забыла, извините. Нам нужен еще один полублок. Любой. Даже вот этот. Который первый полз, а тот и берем. И вот так. Вот такая вот у нас конструкция получается. Почему я так говорю? Ладно. Берем дальше. Абсолютно. Абсолютно при абсолютно любые. Любой полублок. Ну, у меня. Ну, точнее, полублок цвета вашего сала. У меня он из березы, значит, из березы берем. И я все-таки ошиблась. Нам надо будет один раз что-то подвинуть. И, конечно же, красный камень. Так, берем. Раз, два, три, четыре. Эть. Раз. Вот так вот. Все готово здесь. Блин, извините. И оп. Оп, оп. Все. Это было для того, чтобы у нас выглядывали рожки. Да, две рожки. И кнопку. Все, наш джойстик готов! Юху! Джойстик готов! Все, вот наш джойстик. Можно его нажать, можно его отжать. В принципе, будет то же самое. А, ну как же джойстик без телевизора? Ура, телевизор! Надо телевизор быстрее построить. Так. Ну, думаю, на черном фоне черный телек будет не очень. Так что отлетаем сюда. Ломаем здесь. Можем две, можем одну. Ну, это как уже на ваше усмотрение, сколько ломать блоков. Какого размера хотите телек. Так, конечно же, берем. Что берем? Ну, из чего? Из каких досок у нас? Из тропических. Значит, тропические. Даже убедимся. Тропические? Да. Что там надо дальше? Так, нам нужна вагонетка. Где вагонетка? Так, вот вагонетка, обыкновенная, обычная. И рельсы. Ну, у меня будет не очень большой телек, такой, так как он у меня из двух этих ярусов, значит, и две рельсы. Раз, два. И постараемся, найти, чтобы сломать эти рельсы. Раз. Блин, не то, извините. Вот. Все, у нас теперь рельсы. Тут рельсы. Вагонетки отправились, ну так скажем, в свободное падение.
другой стороны. Берем эти же блоки и поршень. Извините. Вот так вот. Раз, два. Да что такое? Что не так все ставится? Сейчас поставлю и вернусь. Хотя, что вырезать тогда выпуск? Что вырезать? О, все, поставили. И пододвигаем. Из-за того, что мы с этой стороны поставили два блока, наши вагонетки превратились в черные текстурки. Все, наш телек готов. Ну, так как телек у нас какой-то слишком простенький, слишком какой-то пустой, давайте его украсим. Все, уберем лишнее. Берем. Ну, давайте из сосны плиты. И, конечно же, из сосны люк. Ну, для украшения. Если вы не хотите украшать, можете не украшать. Так, и берем, конечно же, музыкальный проигрыватель. Точнее, не проигрыватель, а блок музыкальный. Раз, два. Два. И раз, два. Раз. А, не. Давайте вот так. Все. Ну, уже ночь наступает. Так. Вот так. Сюда можно что-то? Можно. Значит, мы можем сюда поставить цветочки. Какие цветочки поставим? Ну, давайте розовый тюльпан. Я люблю тюльпаны, кто не знал. Ну, и лук-батон. Почему лук? Лук. Туру-тулуц. Бляха-муха. Так, все. Делаем день. И раз, два. Все. Телек украшен по максимуму. Так. Ну, давайте перейдем к следующей постройке. Следующая постройка, она самая запарная. Это я вам говорю уже заранее. Ну, думаю, для такой красивой и прикольной реальной постройки мы... Думаю, сможем выделить пару часиков. Хотя каких часиков, думаю, мы быстрее сделаем. К сожалению, пока что только думаю. Хотя... Так, ладно. Если будем много говорить, значит, мы точно... Тогда мы точно не успеем. Так... Блин, я что, постоянно пропускаю светочный камень. Раз, два. Ну да, ставим вот сюда, выкапываем, ставим светокамень. Раз, два. Раз, два, три. И ставим сюда зачаровательные столы. Много столов, много книжек. Тут какой-то ученый сидит явно. Берем алмазный шлем. Для этой постройки, если выживание, то вам понадобится... 300, блин, алмазов. Хотя, ну, думаю, будет меньше чуть-чуть алмазов. Надо будет вам прокопать. Берем любые блоки и ставим вот так. Хотя, блин, здесь. Вот, вот так. И делаем вот эту, такую вот конструкцию. Ставим вот так вот две стойки для брони, на них шлема. Алмазная. Кстати, вы не замечали, что раньше, что вот здесь нету вот этой вот штучки посередине. Но здесь она есть. Это очень странно. Разработчики Майнкрафта, пожалуйста, Моджанг или... В общем, все разработчики Майнкрафта, пожалуйста, либо убирайте эту штучку, либо просто добавляйте ее здесь, в этой структурке. Ладно, мы тем временем сделали вот такую конструкцию. И как вы видите, редстоун активировал первый поршень, теперь второй. Все ломаем.
И точно так же с этой стороны. Все, мы. Как вы видите, наши стойки для брони вот так подвинулись. Уголки. Они у нас в углах стоят. Ладно. Для следующей постройки нам понадобится уже зельеварка. Ну, думаю, если вы выживание, то она у вас есть. А если нет, то сможете создать. Ну, если вы, конечно, уже дракона убили. Ладно. Делаем вот так. И вот так. Это заранее я делаю, чтобы потом не делать. И здесь, опять же, две стойки с алмазными шлемами. Подвигаем один, подвигаем второй. Здесь убираем. И убираем зельеварку. Дальше ставим сюда вот такой блок и подвигаем их в эту сторону. Так, все у нас уже почти готово. Делаем раз, два.